в деле Заболотного, я на секунду сейчас вспомнила просто это дело, до сих пор 5 лет прошло, и в тюремном заключении находятся люди, которые были арестованы по одному из самых фальшивых, смешных, глупых, одиознейших обвинений, которые мы видели во времена Плохотнюка. Я просто боюсь себе представить, какие в один прекрасный день будут финансовые последствия по такому делу, потому что я убеждена, там работают грамотные адвокаты, там тоже повсюду подали и во все нужные инстанции. То есть как обернется оправдание людей по группе Заболотного, а я считаю, что оправдание должно наступить и как можно скорее, и какими это репутационными и опять финансовыми последствиями обернется просто прихоть Плохотнюка, который решил в определенного политического момента сфабриковать дело о так называемом на себя покушении, чем это обернется для Молдовы по финансам, я не знаю, но думаю, ничем хорошим.